Глаза и камеры прикованы к подиуму, на который выходит кисть руки с идеальным маникюром. Нет, это не детская игра. В Бразилии стартовала неделя маникюрной моды. Здесь демонстрируют последние тренды из разнообразных лаков для ногтей известных фирм. Мероприятие популярно как среди модниц, так и среди мастеров маникюра и знаменитостей. Организаторы говорят, за последние годы данная индустрия в стране стала настолько популярной, что они решили продвигать моду на определенные цвета лаков. Бразилия – крупнейший в мире потребитель маникюрных услуг в плане объемов и второй после США в плане прибыли. Бразильские женщины очень увлечены маникюрной модой, поэтому у нас столько новинок, новых разработок и новых коллекций. Посетителям также предлагают сделать бесплатный маникюр с лаками самых модных цветов. Маникюр – это часть современной жизни. Мы меняем цвет ногтей так же, как одежду. Лаков для ногтей я покупаю даже больше, чем одежды. Бразилию считают страной, где проживает самое большое число клиентов маникюрных салонов. Организаторы ожидают, что показы посетит около 5000 человек.